Всероссийский день самбо в Чувашии отметили республиканскими соревнованиями. Юноши и девушки боролись за медали, а титулованные спортсмены, тренеры и все причастные к этому виду спорта принимали поздравления, награды и благодарности. 10 секунд! Соревнованиями отмечать спортивный праздник – традиция, пожалуй, для любого вида спорта. Основное достоинство самбо – это массовость. Участниками нынешнего турнира стали около 300 юных спортсменов, которые разыграли награды в 10 весовых категориях. Титулованные же спортсмены в этот день принимали поздравления и награды. Благодарности главы республики были удостоены и родители за достойное воспитание детей, успешно представляющих республику на всероссийских и международных соревнованиях. Вера Лоткова – победительница первенства Европы и мира. Много сил было вложено отца, потому что он ее как бы приблизил к спорту. Рукопашный бой, бокс, а потом уже она самбо самостоятельно была. Мы препятствовать не стали. Узнали, конечно, не сразу, только когда она уже призналась. А накануне в Москве орденом дружбы наградили Евгения Селиванова, президента Федерации самбо Чувашии, заслуженного тренера страны. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика.